Вы знаете, я хочу сказать, что в жизни, как выяснилось, после 30 где-то происходят такие случаи, когда ты вот совсем их не ожидаешь, а не раз и настали в твоей жизни. Вот то время, когда ты работаешь, тебе кажется, что ты можешь все, а за тебя там решают, что нет, нифига, не можешь ты все, потому что ты женщина, а женщина не должна так много работать, иногда нужно отдыхать, и тебя укладывают в кровать. Это жестко, но тем не менее, мне кажется, что все-таки каждый из нас должен понимать, что в первую очередь мы люди, и мы пришли в этот мир для того, чтобы оставить после себя прекрасное поколение, чтобы воспитать великолепных детей, чтобы дать жизнь нашим ангелам. И я хочу пожелать всем нам крепчайшего здоровья, долгих лет жизни, и пожелать, чтобы над нашими головами, над головами наших детей всегда были ангелы-хранители, которые нас оберегают, охраняют и направляют. Мой ангел сегодня.